женщину летит. Уберите ногу. Нет. Вот такие сотрудники полиции вводят непонятные требования от граждан. Сотрудники полиции не предъявили свои документы. Сейчас они увозят мою мать на основании неизвестных требований. Нас примерно оттуда вели в эту сторону. Меня он решил, что тоже нужно задержать. И я просто с ними проследовал. Она завелась после того, как они начали, то есть, загрожать Путину. Но есть свойство вообще, да, эмоциональное поведение? А если ее так грубо с ней относят, то да. Вкалывались препараты, это был галоперидол и так далее, и так далее, и так далее. И последнее, конечно, это было давление, что я не могу спорить с тем, что у нее было давление, нужны были таблетки. Прокуратура согласилась с нашими доводами, просила отказать данному учреждению принудительно. Госпитализации. Она была и в полном праве оказывать сотрудникам полиции сопротивление, поскольку их действия были очевидно неправомерны. Да вы что делаете-то, ну? Ребята, что случилось? Объясните! Задерживать за нарушение режима самоизоляции нельзя, потому что статья не арестная, и в случае, если личность гражданина можно установить непосредственно на улице, то если полицейский считает, то он должен оформлять протокол непосредственно на улице. У них в полной мере это все охватывается лечением предусмотренной палочной системы. Они гонятся за этими протоколами и ежесуточно устраивают сверки, где какой отдел больше задержал, оформил, составил и доставил. И, соответственно, те, кто на последних местах, и такая очень расхожая такая формулировка в МВД, попадают в зону критики. И им вообще наплевать, что руководитель, что вот этим исполнителем, кто делает, что он делает, какая цель всего этого. Дали команду. Он бездумно пошел и исполнил.